Мы очерствели в суете шальной, в плену иллюзий, бесконечной гонки, но жизнь порой пронзает, как стрелой, когда встречаешь грустный взгляд ребенка. Эту девочку зовут Кира, и мир ее ограничен не только стенами дома ребенка, но и кроваткой, в которой она из-за ограничений в подвижности провела большую часть своей маленькой жизни. У нее очень внимательный, изучающий взгляд и покладистый характер. Нет большего счастья для малышки, чем оказаться на руках и двигаться, пусть и с помощью взрослого. Она очень рада общению. Глазки начинают светиться при виде детей, исчезает грусть, и лицо девочки озаряется улыбкой. Конечно, самые любимые Кирины занятия – те, что связаны с общением, со взрослыми и особенно с детьми. Она эмоционально отзывчива, радуется любому вниманию. Если есть компания, будет подолгу собирать конструктор, листать книжки, наблюдать за птичками, играть, слушать объяснения и рассказы взрослых. Лови, 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 лови! Да. Где ручки твои? Покажи мне. Где твои ручки? Где ручки твои? Да, ручки твои. Лови. Ой, какие красивые, глянь. Оп. Кирушка у нас особенный ребенок, которому, конечно, очень нужна забота и ласка. Здесь должны быть люди, которые могут понимать особенности ребенка, состояние его здоровья, состояние настроения, психики. И если найдутся люди, которые смогут это понять, то они получат свою долю счастья, так же, как получит это счастье наша девочка. Но если эта девочка будет радоваться и улыбаться, если она будет чувствовать себя хорошо, то это принесет счастье тому, кто будет ей заниматься. Киру мы любим. Она у нас хорошенькая, толстенькая, ухоженная. Поэтому очень хотелось бы, конечно, чтобы появился кто-то, кто ее понял. Будущие родители, мы рассказывали про вашу девочку Киру. Не сомневайтесь, вы сможете подарить малышке любовь, семью и счастье. Информация о ребенке по телефону Министерства образования Ростовской области 240-49-47, телефон редакции 203-65-61. Ведущая рубрики «Дорога домой» Наталья Авхадеева.